Дорогие друзья, всем привет! Садитесь поудобнее. Сейчас будете наблюдать новый спектакль под названием «Восхитительное путешествие внутрь себя». Это моноспектакль по авторской поэме с таким же названием. Я очень надеюсь, что вам будет слышно. У нас сцена импровизированная, звук импровизированный, поэтому вот. Начнем мы буквально через 2 минуты. Доброе утро! Мое имя – возможный человек, но я этого честное слово не знаю. Ведь если человек – это синтез лени, дискотек, алкогольного беспамятства и злобного лая, тогда имя это я признаю и принимаю. Этот человек с рождения стоял в очереди и шел крайне мелкими шагами, готовя стать законопослушной лошадью с измельченными мозгами. И прокрутил мясорубки телевизор, пустую емкость заполнили бравадой, пошлостью, снобизмом. И пока незнание всезнания болело кибернетика, покорность и опасливое молчание передавало из века в век генетику. Но мне не повезло, не поддался обработке, и за это попал в тюрьму угнетения, где преступники с деструктивным поведением для системы переосмысливают себя. Здесь на страже круглые сутки плети, дыбу, душегубы. Стены камер поймали и сожрали меня. Но тогда я еще не знал, что отсюда начнется мое кругосветное путешествие внутрь себя. Капли упали 29 раз. И солнце меняет дни годами, пока я пытаюсь снять оцепенение, сбежать из тюрьмы угнетения, что как ядовитый газ смешает тело жалобами все сильнее и сильнее стискивая разум. Я могу встать и бью с головой обрывные стены защищенности и комфорта, вдыхая самоучужденность, превращаясь в гиену, что неспешно обкладывает собственное тело. Пока вязка на кого-то нового покупает лень, недосягаемый потолок продает мысли об улучшении угнетения. Это изматывает. Неужели завтра будет снова бесконечный день замкнутого пространства? Зачем? Зачем тогда я создал от инфантильности упрямство, леденящий ад повторяющийся, деградирующий реальности? Зачем катился вниз? Разум мой шагал в каприз. Взял на руках джойстик воли, не собирался его отдавать. Он утверждал, для чего вдыхать аммиак несущественных действий и зла? Вдруг обман? А что тогда? В это время он обрубил шею, уйти из опосталых сожалений и душит смирением того, кто никак не может решиться. С размаху плюнуть в лицо созданному миру и пусть криво, пусть немного, но измениться. Вдруг кто-то заорал на меня. Ты еще не устал жалеть себя? Хочешь бежать? Беги! Эта тюрьма воображаемого страдания, иллюзия всегда режет изнутри. Стены расплавились. Впереди виднелась заря. Я к ней устремился. Изо всех сил бежал. И бежал, пока наконец не достиг спасения. Белоснежный, город затмения. Там, ушедший вчера, утопал в рассвете сегодня. Налитых тяжестью в ногах величия нет. Насмехался мой ветром за спиной. Беспокойно. Мой хребет клонят земле противоречия, что по кругу бегут, как мыши, активизирующие испугом желание слышать. Его снять.
снежный туман скрыл неспроста градации систематически, так оборотов с пробами по колено. Четко, без суеты было разорвано пелена водоворота привычки. Даже кровь в миг такого разрыва приносит успокоение, сдвиг мышления, долгожданное забвение для перегретого жесткого диска. Не нужно беспокоиться о погоне. Также танцы под звездным небом, играть я буду в догонялки, над, под снегом, искать картины переходы, ловить мгновение восторга. Режет изнутри. Голос из ниоткуда внезапно повторил эти слова. Тут же миг, выше губы, меня настигли и в клубок скрутили. Они повели меня туда, где врубает крики свист тяжелого топора. Не оставив живого места на теле, они сообщили приятную новость. Вы 480. Ожидайте врача примерно в 9 утра. И ушли. А я, вхватывая горечь, считал вопли, но вскоре сбился со счета и просто ждал. Бояться я тоже не стал. Свободу мою нужно направлять.
Внезапно я стал зверем, который не знает, что искать, кроме еды, воды и тепла. Мой друг природа выпустила клыки, пробуя на вкус мою волю и ноги. Вместо обеда ягода, вместо ужина трава. И так и продолжалось, пока на рассвете я не увидел силуэт моста. Невозможно! Этот мост висел в воздухе. Тонкая дорога над бездной простиралась на километр вперед. Я осторожно подошел. Мой бог! Под ним был только туман. Вдали был мой друг ветер. И я отступил. Мост танцевал. Он мою нерешительность заметил. Удивительно. Этот мост имел вид тонкой ленты. Затерт во времени серого цвета. Под ним удивительная даже для света бездна уже стала туманом и тишиной. Я поднял, но сделать шаг не решился, не смог. Только дурак или кому не ценен стоп пошел бы дальше, так тешили из себя. Не знаю, сколько бы это продолжалось, а может быть и вовсе не кончалось никогда, если сзади не забыла волчья стая. Толчок извне, пинок, как часто его нам не хватает. Меня бросило вперед, сомнений нет. Позади лишь смерть, впереди крошечный шанс спасти свою жизнь. Недаром человек — единственный субъект, что преодолевает свой инстинкт. Они кричали сзади, но обернуться я не мог. Я боялся поскользнуться, потерять почву из поток. Но через 2 часа как мне казалось, я шел вперед, словно по земле, ничуть не напрягаясь. Меня утомили штиль и мелкие шаги по ленте. Опасность позади пролетела в голове, и от скуки я решился на эксперимент. Качался, словно на качелях, прыгал, как лак, и ползал на четвереньках. Но когда в прыжке я сделал пируэт, показалось, что на прежнем месте моста-то нет. Я совершил много глупостей, теперь несу бездну в мире.
одновременно все эти камбы. Жуткий удар! Мои стопы онемели, и резкий холод схватил дыхание ваты внутри. Через мгновение я осознал, что под водой в океане. Один. Чё ещё? Против тебя плетутся интриги. Не надоело еще верить сказкам?
Ты не можешь притворяться ягненком вечно. Их первыми ведут на бойню и режут бессердечно. Здесь даже зубы волка небрежно брошены на аукцион. Седой уздечки развратили свободу не от толка, только если не развит облом. Что молчишь? Ты рыба или корова? Может, для разнообразия помучишь? Издай хоть какой-нибудь звук из горла хлебкова. Тебя очень медленно жрут. Обрати на это внимание. Уже оторвали улыбку и смех. Сожрали сочувствие и эмпатические сопереживания. Руки страха сжали сердце. Замечал, что стало настолько холодно, что уже не получается согреться. Что дрожишь даже в сной под полуденным солнцем, а хотя... Когда ты его последний раз съели? Я тоже не помню. Оно там! Оно над нами смеется, как торжествующий грабитель над безоружной жертвой. Что у тебя есть? Место для ночлега? Покой? Ты живешь лишь для того, чтобы поспать. Зачем? Сон есть смерть. Какая разница, где умирать? Ее же нет. Совсем. А у других есть миллиарды и гарем по 300 жен. Они катаются на лимузинах и яхтах, одеваются как пижоны, едят деликатесы, делают только то, что им самим интересно. Приглашают или даже сами музыканты, пока ты как нищий, от зарплаты до зарплаты. Прошу тебя зависть, замолчи. Ты говоришь со мной, не умолкай, говори со мной, говори. Да, я зависть, зависть. Я вахтер, хранитель, чародей. У меня есть все ключи от всех дверей твоих эмоций. Все можно изменить, все можно переставить. Поверь, проснется вот сила, я тебе ее даю. Хочешь или нет, ты будешь действовать, я потерплю. Неважно, сколько нужно ждать, дождусь, они ответят нам за все. Клянусь. За что ты мучаешь меня? Я указываю путь. Он ты его уже нашел. Про ужас и забудь, но прошу лишь только одного. Посмотри же на свое лицо. Это было зеркало. А там был человек, изможденный дорогой. Впалыми щеками и мутными глазами. На высохшем теле его болтались лохмотья, и спутанные сальные волосы свисали, как лианы, на дрожащий рот, из которого вырвался судорожный вздох. Это мое лицо? Это мое лицо! Отражение ответило высокомерным взглядом, скрестило руки на груди, чего-то ждало. Кто ты? Скажи! Меня поражает твое непонимание. Иллюзия всегда режет изнутри. Так это ты! Боюсь, что так. Что тебе нужно? Получить твою наружность. Грань этого зеркала стесняет околоки. Я устал здесь находиться, пока некто, пользующийся моими услугами, стремится возгордиться. Как бы не так. Я тот, кто дал тебе силу, когда ты стонал. Я тот, кто указал путь, когда ты плутал. Я подарил тебе свободу и желание жить. Тебе нужно признать меня Богом. Я ненависть. Смотри. Это солнечные блики схватили его. Миг, и отражение изменилось. Не было больше губы пустыни. И теперь на троне в огромном замке с видами невообразимыми из окна оно восседало, как персидский царь в одеждах из плавучего шелка и фрески и золота высшей пробы мелькали по углам, как непрошенные гости. По центру пил фонтан вина, а рядом восточная красавица-жена танцевала для него танец живота.
гвардейцы. Цирюльник аккуратно стриг бороду, а художники пыхтели, рисуя портрет. Целый мир был создан только для его утех. Мечта любого человека быть окружённым красотой. Ты все это получишь, отдай мне комплекс свой. Я не могу, мой род сказал. Тут же отражение Консверда сверхливо. Тогда смотри сюда. Вот что через неделю ожидает твое тело. Теперь на песке лежал скелет. Последний кусок кости соскабливает першем. Песчаная буря скрыла след жизни. Ныне усопший. Одинокая смерть на пороге спасения. Если ты надеешься на перерождение, то я тебе немножко огорчу. Будет только тьма и больше ничего. Остатки тебя послужат бесплодным злом. Это ров для тех, кто гибнет в пути. Их души блуждают, в итоге находят приют у подземной воды, что пронзает, как вены, почку великой земли. Решайся. Хватит хвататься за прокрастинацию, выбирай. Помидоры или аванс? Да как оно смеет решать за меня? Указывает на жалкие два пути, предлагая выбор без выбора. Я сам решил туда мне идти. И вот же миг. Неодержимость злоби, ненависть, я схватил ближайший камень и разнес структуру целостности на миллиард основ! Пробудил пульсирующий палец, что с рождения резало лицо. Я всегда рядом, помню об этом. Эхом отозвалась ненависть внутри. А я стоял как вкопанный, не веря тому, что сотворил. Шло время. Склонились колени пред абсурдом. Моя воля спасения укоренилась на бок вскоре, довольно грустно. Упала на пену холестериловый песок, что меня принял. И удалил. Он олицетворял мой песок, которым представили дуло винтовки. Изнанка упрямых шагов и стерзанные ноги. Я смирился. Дела. Расторечили слово. Я смирился, сам же растоптал линии возможных звезд своих. Я смирился. Только ветер так не уйти. Он шумел в листве деревьев, как на облака далеко, далеко на юг. Он шептал, что все еще мой друг. Стоп. Деревья. Я открыл глаза, словно после зимней спячки. Стрекоза с вайсным запахом улетела прочь. Держись! Мы бежим помочь, где ты свой со стороны заката. Не из ниоткуда, там, куда я шел, оттуда бежали люди. Кто-то подхватил извне и напоил водой. Они говорят. Среди местных.
преосмысленность такого давления. И тут меня со всех сторон обняли и держали до тех пор, пока я не улыбнулся. И в руках не было злобы или развратного желания, лишь нежности, успокаивающим дыханием, похожим на бриз на морском берегу, укрывающим летнюю ночь музыкой и ароматом. Прекрасно, хорошо. И вас тоже. Спасибо. Если вам угодно, у меня есть полный цикл.